Ребят, всем привет, и сегодня у меня небольшой видеообзор моего нового приобретения. Плазморез фирмы Bestark BTS500DP. Сейчас мы с вами вскроем коробку, пробежимся по его комплектации, по техническим характеристикам и проверим его в работе. Поехали! Упакован он очень хорошо, все виды умягчителей, промягчителей для транспортировки. Сразу по комплектации шел шланг для подключения воздуха, пакетик с различными соплами под аппарат, хомутами для подключения воздушного шланга и даже фумлента, кабель массы, горелка, инструкция по эксплуатации, вот такой вот ключик для обслуживания и силикагель. Сейчас мы с вами все подключим, горелку, массовый кабель, пробежимся по техническим характеристикам, ну и потом, как я уже и сказал, попробуем его в работе. Так, мы все подключили, пробежимся по техническим характеристикам. Начнем с того, что это обновленная модель. Это плазморез 7-го поколения. Длина сетевого шнура 1,5 метра. Длина кабеля массы 3 метра. Длина горелки 4 метра. Сам цвет плазмореза бирюзовый. Качество покраски просто идеальное. На корпусе имеются вот такие вот отбойники. То есть, положив его, например, на бок, лакокрасочное покрытие не поцарапается. Вид сзади. Кнопка включения-выключения аппарата. Сетевой шнур. Кулер для охлаждения аппарата. Фильтр-отстойник. И, конечно же, быстрая схватка для подключения воздуха. Очень удобно. С двух боков имеется вот такая вот вентиляция для лучшего охлаждения платы. Вид спереди. Этот плазморез у нас с пилотной дугой. Никаких касаний делать не нужно. Снизу у нас подключается шланг под горелку для подачи воздуха, также розетка и плюсовой провод. Тем самым мы подключили горелку. Чуть выше у нас разъем для подключения массы, левее регулятор воздуха, опять же чуть выше три кнопки для регулировки различных функций и потенциометр для прибавления и убавления силы тока, ампер. Ну и конечно же самое интересное и красивое – это цифровой дисплей. Давайте теперь рассмотрим подробнее по режимам. Режим Air – режим регулировки воздуха. Режим резки. Режим 2T – полуавтоматическое управление резкой. Режим 4T – автоматическое управление резкой. Нажали один раз кнопку на горелке, и дуга не прекращается. Второй раз нажали, и дуга прекратилась. Этот аппарат работает как от 220 вольт, так и от 110 вольт. Отображаемый ток на дисплее от 110 вольт от 15 до 35 ампер, а отображаемый ток от 220 вольт от 15 до 50 ампер. Функция ПТ – это функция времени пост отработки с диапазоном регулировки 3-15 секунд. Можно отрегулировать время охлаждения головки резака. Тем самым мы продлим срок службы расходных материалов. Функция ПА – отрегулируйте время вспомогательной дуги. Более длинные секунды хороши для резки металла. Ну и соответственно, короткие секунды хороши для продления службы расходных материалов. Регулятор силы тока в зависимости от толщины резки металла. Сейчас он не работает. Для начала нам нужно будет подключить воздух, отрегулировать его в соответствии с толщиной металла, который мы будем резать, отрегулировать ток. Максимальная толщина металла, которую может резать этот плазморез от сети 220 вольт при токе в 50 ампер составляет 16 мм. Ну а рекомендуемая максимальная толщина резки металла составляет 12 мм. Очень удобно, что на головке горелки имеется вот такая вот так называемая вспомогательная пружинка.
Тем самым при резке металла сопло не будет касаться металла. И, соответственно, его надольше хватит. Оно не будет гореть. Плазморез Бестак компактный. Вес его, я думаю, ну, килограмм 6, не больше. По техническим характеристикам, в принципе, все. Сейчас подключаем к нему воздух, настраиваем и пробуем его в работе. Подключаем шланг подачи воздуха. Сам же воздух я буду подавать через редуктор. Так как компрессор у меня качает 10 кг, редуктор у меня настроен на выходе 5,5 кг. Прибавим на 35 ампер. Проверим. Так, ну все, ребят, поставил аппарат на свое законное место. Все отрегулировал. По амперам 35 ампер. Попробуем отрезать полосу. Толщина полосы 2 мм. Супер! В 1000 раз быстрее болгарки. Ну а сейчас попробуем отрезать кусок пластины. Толщина 4 мм. Просто супер! Рез идеальный. Вот еще нашел вот такую шайбу, толщина 6 мм. Попробуем ее отрезать. Вот так вот просто суперски плазморез Бестарк справляется со своей работой. Режет как по маслу, быстренько. Работать одно удовольствие. Металла потолще у меня, к сожалению, не нашлось. А так бы можно было проверить и 10 мм, и 12. Но я думаю, он без проблем справится. Прибавив амперы, металл толщиной 10 мм, я думаю, без проблем. Так что аппарат мне очень понравился. И я надеюсь, вам был интересен сегодняшний кратенький видеообзор. В дальнейшем в моих видео он теперь иногда будет появляться в кадре. Опять же, тогда, когда без него не обойтись. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока!